Знаешь, когда-то раньше вообще никаких ударов не было ногами, кроме вот этого. Удар был вот сюда, и все. Майгери вообще как встречный удар, великолепная штука. Эта стопа связана с этим плечом, эта стопа связана с этим плечом. Об этом, собственно, эта стойка Санчина есть. Бау! Ай! Ты как бы вот она стоит здесь. Вот она, сюда. Ничего, страдай. Всем привет! Вы на канале Blood and Sweat. В прошлом видео Максим Дедик рассказывал про базовые удары руками в карате. В этом видео он уже покажет базовые удары ногами. Приятного просмотра! Первое, конечно, что для нас самое характерное, сразу начнем с лоу-кика. Значит, что там с лоу-киком надо знать? С лоу-киком надо знать то, что нужно постараться ударить параллельно полу. Как я говорил, как предплечье ты засовываешь, да? Вот такое оно, как будто вертикаль. Горизонталь, да? Также здесь лоу-кики надо, чтобы нога пришла параллельно. Смотри, удар наносится вот этим местом, помнишь? Да, так. И разворачиваясь на носке, ты уже все знаешь уже, да, как тайцы, да. Ага. Супер. Три. И вот представь, что вот эта рука как бы рычаг некий такой у нее. То есть, еще раз я отпущу, смотри. То есть, ты как бы вот она стоит здесь. Вот она, сюда. Вокруг нее, вот как... Да, вот это. Угу. Также и сюда она идет, то есть с силой. Угу. Давай. Ай-эч. Это с этой спокойно, пока ничего с ней не надо делать. Ни. Во. Сам пятка не работает, пятка чуть ко мне должна проехать. Чи. Ага. Го. Я просто советую тебе, чтобы привычка была держать руку здесь. Можно вообще без всего ударить, правильно? Угу. То есть руки можно вообще убрать. Или можно держать руки вот так. Но сейчас я тебе советую, чтобы у тебя перекрестная координация такая сформировалась. Эта стопа связана с этим плечом, эта стопа связана с этим плечом. Об этом, собственно, эта стойка Санчина есть. И ты здесь это плечо выдергивает, здесь это плечо выдергивает. Надо вот этот вот крест, вот этот такой косой, Андреевский крест, его надо вот так чувствовать. X. Вот это состояние X. Вот это движение само, вот это вот, как я говорю, пистолеты, как техасские рейнджеры, да, такие. Mm-hmm. Вот отсюда я стреляю сразу. Mm-hmm. Вот смотри, я когда бью ногами, стоечку встань, я стараюсь вкладывать поглубже бедро с одной стороны, то есть поглубже проносить, но тут же забирать. То есть получается такая короткая подача такая. И она уже здесь, нога, да. То есть если ты меня, допустим, прихватишь, я сразу перехожу, да, в такое состояние. Mm-hmm. Понятно, да? Поэтому вот этот момент до ворота, он должен быть сначала ты учишься довернуться поглубже, а потом важно это делать очень быстро, практически не разворачивая плечи, смотри, именно тазом. Вот такое движение. Mm-hmm. Вот этот момент. Ну, просто такие нюансы, на которые обращаю внимание. Теперь удар коленом давай сделаем. Вот попробуй, чтобы вот это коснулось вот этого. Ты должен как спичку зажечь, чиркнуть. Во, еще. О, ручки здесь. Ты высокий, хорошо, чуть-чуть вот так, чуть-чуть наклонись, чуть-чуть. То есть, когда я хочу, например, я уже много раз постоянно об этом говорю, хочу попасть снизу в лицо, я чуть-чуть делаю вид, что я вроде как собираюсь что-то такое сделать, да? О, притирай. О, а в конце можешь выйти даже на носок, то есть, да, даже приподняться. Бау, ай, еще немножко. Ну и вот важный момент, да, смотри, что с тобой происходит. Совершенно нормально. То есть раз, ну ты сам понимаешь, да, что будет, ну, тебя загребут в этот момент. То есть стараться нужно, когда отрабатываешь удары ногами, после того, как ты научился вкладываться, как мы сейчас уже говорили про лоу-кик, да, сразу научиться в структуру движения вставить возврат. То есть тут же опять этот пистолет здесь. То есть вот это и есть особенности техники карате на самом деле. Давай. Бах, ага, ручки, воу. Ну, красавчик. Чуть-чуть в конце. Давай еще разочек. Ну, все, молодец, супер. Так, и давай майгери еще немножко. Давай, давай мне свою ногу. Ставим ее, смотри, мне на сплетение. Формируем вот эту стопу, которую мы с тобой сделали. Острие. Делай. Во. Да, непривычно. Держи крепко. Нет, разочек вообще ни при чем здесь. Теперь смотри, как тайцы делают поясницей, подавай таз вперед. Во, и проталкивай меня этим движением. Во. Старайся протолкнуть, продавить. Знаешь, не продавить даже, давай, а проткнуть, чтобы поймай меня на вдохе. Еще давай.
Не то немножко, да? Чувствуешь? Ну, а, не то ты имеешь? Ну, конечно, я, мне не больно. А-а-а. Должно быть острие, то есть ты должен... Стой, отпускай ногу, смотри. Смотри, вот, короче говоря, вот две костяшки, и мы как бы вот так целимся, да? Также здесь вот эти вот раз, две костяшки, маваши. Мы прицел, даже когда мы бьем голенью, все равно идет через вот эти две. И также и майгери, вот этот вот удар. Я осознаю вот эту именно часть. То есть нужно и здесь чувствовать вот эти две кости. Есть даже такое упражнение, чтобы научиться работать, надо ногами точно, надо научиться вот эту делать штуку обязательно. Ну, то есть, получается, с одной стороны я должен натянуть ее, а с другой стороны да. На себе. То есть, ну, грубо говоря, как балерина, а с другой стороны, как... Каратист. Пианино, да. Хорошо. Тоже майгери, он есть... Трех типов есть на самом деле без всякого разворота стопы. Я стою прямо отсюда, наношу удар короткий. Так, он хороший, потому что его схватить трудно, да? Второй вариант удара, когда я вкладываюсь, но все равно возвращаюсь, уже вкладываю таз, да? И третий вариант, когда я просто проламываю, иду вперед, да? То есть есть три варианта как минимум этого удара. Хорошо, и есть еще вариант с передней ноги, который тоже нужно обязательно им владеть. Майгери вообще как встречный удар, великолепная штука. Знаешь, в карате раньше вообще никаких ударов не было ногами, кроме вот этого. Только был изначально в карате в окинавском, когда оно только попало. То есть удар был вот сюда, и все. Может быть, были еще суставы. То есть не было никаких там маваши, йока, ничего. Это потом все появилось. Ага. Да, постарайся вот эту часть вложить в меня. Может, чуть плечи назад. Ничего, ничего, страдай. Еще. Еще. Все, хорошо. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.